Минус 40, а то и минус 50. Рекордные морозы ожидаются сегодня в США. Миннесота, Северная Дакота, Висконсин, Айова и Индиана оказались под самым мощным ударом арктического циклона. В целом же сильнейшие за несколько десятков лет холода почувствуют на себе две трети жителей Соединенных Штатов. Жертвами стали уже 17 человек в США и 10 в Канаде. Врачи предупреждают население, непривычное к такой погоде, о смертельной опасности. В такой мороз, очевидно, следует опасаться за свою кожу, пальцы, уши, носы. Более того, долго оставаться на холоде может оказаться смертельно опасно, если позволить упасть температуре тела. Энергетические компании призывают клиентов ограничить потребление электричества хотя бы в утренние и вечерние пиковые часы, чтобы авария не приключилась в самый неподходящий момент. 40 тысяч домов уже остались без света. Транспорт, как наземный, так и воздушный, работает с серьезными перебоями. Тяжелее всего ситуация на Среднем Западе. Там, в частности, отменены почти 4 тысячи авиарейсов.